Хочется поговорить про поезд, в котором мчится юный пассажир. Он курицу с вареною крупой ест, над книжкою зачитанной до дыр. И машинисты кочегар, ускорьте движение в оазис теплых стран. В Геленджике закрутит он на корте с цыганкой Клавой бешеный роман. А на экране то Лорен, то Дитрих, за 3 копейки с бульками сироп. И юности чужой, ползущий в титрах, фуражкой машет старый остолоп. Корежит рельсы торможением резким, свет меркнет в наступившей тишине. Так хочется поговорить, да не с кем, лишь чей-то пыльный вензель на коне. Так хочется поговорить, да не с кем.